Премьерный спектакль «Цвета неба» по рассказам Михаила Зощенко откроет 20 октября в Небольшом театре молодежную лабораторию «Театральная революция», посвященную столетию Великой Русской революции. С 23 по 27 число на подмостках нашего театра зрители также могут посмотреть и спектакли участников этой лаборатории. Это спектакли по произведениям литературы 20 века. И именно Зощенко мы открываем наш проект «Театральная революция», потому что это писатель начала века. Спектакль «Цвета неба» – это история человеческих отношений, людей, которые приспосабливаются к новым для них условиям советской эпохи. В спектакле зрители увидят истории из всех разделов «Голубой книги» писателя. Темы рассказов Михаила Зощенко настолько разнообразны, что они одинаково интересны представителям разных поколений. В предисловии к этой книге он написал, что я очень долго думал над этим и постарался так написать эту книгу, чтобы то, о чем я пишу, было актуально в любое время. Это он сам написал. И он с этим справился. Премьерный спектакль также закроет 29 октября проект «Театральная революция». Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.